Добрый день. В магазин появилась вот такая интересная сказочка. Написана, как вы видите, госпожой Роулинг, той самой, которая придумала нам Гарри Поттера. Как написано в самой книжке, вот этого Икабока она сочиняла в промежутках между написанием книг о Гарри Поттере. Во всяком случае, так рассказывается в предисловии. Ну, сильно подозреваю, что, наверное, все-таки книга была написана недавно, если только наброски какие-то существовали ранее. Но так как надо придумать какое-то описание истории, то вот, наверное, издательство решило, что так будет интереснее. Госпожа Роулинг тут оставила нам автограф свой, разумеется. Это не печатано, но, тем не менее, приятно. Значит, сказка выдуманной средневековой стране. Тут нет никакого Гарри Поттера, но зато есть король и два вредных советника, которые заправляют всеми делами. Книжка недавно вышла на английском, уже получена, переведена на русский Махаоном. В интернетах можно найти другой любительский перевод, в котором приведены другие названия. Так же, как это было с Гарри Поттером, каждый переводчик переводит Роулинг на свой лад. Интересно что? Интересно то, что для иллюстрации книги рисовал не профессиональный художник. Во всяком случае, так сделано в русском переводе. Был проведен конкурс работ среди детей, и победители этого конкурса, победители лучшей работы, были включены в эту книгу в виде иллюстрации. Ну, такое интересное было принято решение. Иллюстрации получились. В результате получилось на самом деле интересно. Иллюстрации занятные. Ну, например, вот такая вот миленькая принцесса машет героем. Вот. Сама история, ну, сказка. Сказка для детей младшего и среднего возраста. Но, как пишут обозреватели, вполне резонно. Такая достаточно жесткая сказочка. То есть тут есть погибшие герои, погибшие персонажи и страшные чудовища, на борьбу с которыми отправляются наши главные герои. Ну, вместе с тем, взрослые, конечно, могут посмеяться. Вот первые несколько страниц прям откровенно повеселили мои этой книги, когда я начал ее читать. Так что подойдет всем, можете не сомневаться. Книга наверняка понравится, очень неплохая. Конечно, есть Гарри Поттер, который очень популярный и всем известный. Но это есть мнение, что эта книга несколько слабее. Ну, тут спорно. Каждому нравится по-своему. В принципе, интересно. Могу весьма посоветовать. Госпожа Роулинг и Икабок. Новая книга.